Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Компанию музыканту составил сын Анны Нетребко, артист Александр Ревва с наследницей Алисой и блогерша Настя Лайк. Филипп Киркоров – большой любитель аттракционов, на каком бы краю света он ни был, музыкант практически всегда старается исследовать местные развлечения в парках. В московском острове мечты певец появлялся с детьми уже не раз, но сейчас он предстал с целой компанией. Кроме дочки Аллы Виктории и сына Мартина, с королем российской эстрады отметились артист Александр Ревва с наследницей Алисой, сын оперной дивы Анны Нетребко-Тьяго, а также юная блогерша Настя Лайк. Филипп Киркоров поделился с поклонниками фотографиями и видео, сделанными в парке. В выходной в кругу семьи и друзей. Всегда позитивно, эмоционально, экстремально. Подписал он обнародованные кадры. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.